Аким, давай! What?
Всех тех, скажем так, не гораздо, смотрим с оптимизмом в будущее, дай Бог, чтобы... Очень напряженная игра, очень напряженная игра. Соперник играл от обороны. Очень вязко, очень сконцентрированно. Сложно было по такому полю влажному созидать. Тем более мы не имели возможности сейчас в последнее время тренироваться. Мы после сухого поля попали на влажное. Все равно надо перестроиться, и мышцы другие работают при влажном поле. Это тоже один из факторов. И очень сложно созидать и по такому полю, когда соперник весь обороняется всей командой. Ну, не лучшую игру мы, конечно, сыграли сегодня однозначно. Немножко, наверное, ребята поднаелись. В плане физически тяжелые были игры. И в Севастополе, и сразу в Харькове. Но, тем не менее, создавали голевые моменты, стопроцентные, не могли реализовать, это пока наша беда. Ну, хорошо, что Акана сегодня так выстрелил, попал. Давно мы со штрафных не забивали, нам постоянно забивали.